Что, мои дорогие друзья, поскольку я обратила внимание на то, что вам вчера понравился урок, и, возможно, вы можете вообще слушать целиком всю нашу подготовку, так что я тогда запускаю и пою себе. Кому нравится, присоединяйтесь. Мы заодно проверим, как я это буду все. Вот и до. Хорошо, от самого начала. От самого до самого конца. Кстати, Наталья из Уграфова. Сейчас я покажу вам, как она разговаривает по телефону. Спасибо вам большое, спасибо. Я сейчас занята немножечко, извините, пожалуйста. Немножечко. Все, еще как занята. Да, хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо. Это страховка. Ой, все, все, все. Я ставлю на безучастный режим. Давайте, может, безучастный ко мне тоже. Уже ближе ко мне не Oh,
Да, 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 да. Еще разок, да? Ну, можем еще раз петь. Угу. Марило, io come non un accento profilistica morirò onda в этой опере петь. Ну, как вот так немножко мимо меня прошло. Mm-hmm. Поэтому это уже не прошла. Уже не прошла. С чистого места mm-hmm. получается. Уже так, где у нас там что? А, Верги Пьянджи. Немножко водички. Ну что, сколько у нас тут? 51 человек нас смотрит, видите? Ну что, вам не скучно? Ой, она жара. О, на жара. Ну, да плюс работа. Ну и ну, работа. Да плюс работа. Это любимая работа. Физическая работа, поэтому естественно, работа, что... Поэтому естественно, что пить хочется постоянно. В общем, в целом я готов. Поехали. Ну давайте. А тут мы на цепи.
Да, давайте сейчас. Иду. Потому что, мне кажется, знаете, вот... Они все... Нет, я зря перед Джорни беру... Во-первых, у меня переворот страницы, я начинаю брать дыхание, я отвлекаюсь. Ну, давайте еще раз. Иду куда? Да и чего вроде? Иду по... Ну, можно оттуда. А, иду по, хорошо. Thank you.
Может это смотреть. Вокалюги смотрят нас. Молодцы, пускай смотрят. Мы их любим. Конечно. Это мои любимые друзья, коллеги. Больше я не знаю, кто это еще может вытерпеть. Просто многим кажется, что, понимаете, вышел, открыл рот, рот и спел, да? Даже не понимаю, вот балетные, когда показывают свои уроки, все говорят, да, какой труд. А у нас как будто не такой же, да? Точно так же? Точно. Конечно. Поехали? Oh!
тенор вдруг поет два куплета. По большому счету, что-то было бы сейчас. В принципе, нас композитор Верди не насилует в этой партии. Да, бережно. В этой партии он бережен как-то, да, ко всем, да. Странно, вот мог бы поставить там каких-нибудь 8 си бемоль, си бикаль, вот с хором, да, каким-то, да, да, вот сейчас. А потом давай. Yeah.
компания. Да? Нет, а я просто услышала, взяли, нет, да? А и берут. Я вот просто, знаете, как вот Фриттель берет. Может быть, да, да, да. После второй ноты, после второй высокой ноты, да. Не стоит. Мне кажется, что очень даже. Чего мучиться, вот если вот, в принципе, смысл тут его. Будем еще раз петь? Нет, мне кажется, нет. Мне кажется, можно лучше. Можно всегда два раза петь. Ну давайте, да. Давайте. Давайте. Стимор Дюме. Выпейте. Хорошо. Просто самое главное, Ария. Что там у нас? Уже 56 человек готовы это смотреть. Поэтому, несмотря на то, что весь урок пойдет с начала до конца, ее пою два раза. Ну так, что для гарантии, чтобы когда дело дойдет до спектакля, чтобы уже не... Да. Чтобы автоматом уже все. Ну да. Все вылетало автоматом, да. Да, на жаре очень трудно работать. Ну, все равно лучше было, да. Oh,
что, сейчас мы сделаем. Вот такая вот борьба с собой. Ну, мы не даем организму отдохнуть. Мы не даем. А мы завтра будем отдохнуть, да. Давайте я надеру еще раз с дубликаром. Хорошо. Thank you.
отдыхает. Ну да, может, просто так вышло, так получилось. Нет, оба раза. Да, оба раза так делает, да? Да. Ага. Значит, сознательно. Просто ля можно подержать подольше, понимаете? Угу. Давайте от о, где там? О, коль прецо. Давайте попробуем. Телефон, что ему мало осталось силёнок. Ну что, нас еще продолжать смотреть? Хорошо. Это тот, это та ария, на которой я радуюсь, что я пропела 9 лет, как меццо-сопрано. Стрета, да. Нет, ну просто я не знаю, что тут делают бедные колоратуры. Да, только мне бы хотелось чуть-чуть более пунктирное 16. Давайте. 16, да? Угу. Сначала? Конте или откуда? Конте. Хорошо. Конте! Я же сейчас один так, как я понимаю, продолжаю. А я вот этот вот вроде взяла, вернее, хотела взять, вроде доминанта, потом 5 тоника. Доминанта, да, 5 да, тоника. Да, 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 я никак не могу да, на нее. Да. Угу. Вот. Ну, надо будет как-то попривыкнуть. Да ничего, это только фактически первые уроки разбора. Первые уроки беглого, хорошего беглого разбора. Шикарного беглого разбора, давайте так скажем. Ну, во всяком случае, можно похвастаться, что это мы делали на 7-й урок. В принципе. Ну, да. В принципе, не все могут. Ну, да. Да. Людям требуется огромное количество времени, чтобы такой тщательный разбор сделать. Да. Ну что? Дуэтик. Thank you.
Чили. Это завтра нам я бы тарбика распела. Распела седьмой. Давайте вот самую последнюю фразочку вот тут, после седьмой. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Я еще и пою подряд сейчас. В опере у меня будут, конечно же, ну, перерывчики, перерывчики, да, приличные. Возможности по полчаса, по 40 минут. Ну и, конечно, я не буду петь «L'amour sous la les roses» два раза, как я это делала на уроке. Я не буду брать по 15 раз из Любика. Так, ну что? Будете, будете. Нет, я имею в виду, не буду второй раз. Только разве что на бис. Ну, надо готовиться к тому, будете, что на бис будут просить. 100%. Да? Вот если будут просить на бис, я буду готова. Так, ну что, ну где? Еще чуть-чуть. Поехали, да? Давайте. Сразу после дуэта мы идем. Если я зачем, да? Thank you.
Ну что, сейчас посмотрим.
Теперь пишите, что вы думаете. Нормально это вообще? Вот это, вот, это нормально? Вот, это, вот, так, вот так работает? Это нормально? Нормальные люди, да. Вот интересно, хоть что-то напишут сейчас или нет? Вот это мы спели ее от начала до конца. Стоят вот зрители, смотрите, зрители машут нам в окно. Было, видимо, хорошо слышно на улице тоже. Сейчас. Так, ну, в общем, вот такие дела. Я его этот эфир временно сохраню, потому что мне самой послушать надо. Потом выкинем. Ну все, пока-пока. А сколько мы поем? Сейчас полтора. Да, уже полтора вечно. Ровно. Да, да, да. Вот так вот. Все, обнимаю.